Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, и в этом уроке мы с вами поставим плагин ЧПУ. Что такое вообще ЧПУ? ЧПУ расшифровывается как человекопонятные урлы. То есть у нас глобально в Joomla настраивается ЧПУ, вы должны в принципе уже знать, как это делается. Но для компонента JoomlaCassa, для нашего интернет-магазина, некоторые ссылки нужно настроить под себя. И для этого существует специальный плагин. Давайте его установим, маленький плагин. Переходим в расширение, менеджер расширений в админке. Заходим в папку с дополнительными материалами. И самый последний здесь плагин в списке, плагин System JKSAV. Давайте установим данный плагин. И вот здесь вот как раз таки описание вам нужно прочитать. Также здесь есть ссылка на документацию к плагину. Можем перейти от самих разработчиков и почитать. Здесь все подробно рассказано. Мы заменяем, вот здесь вот написано в примере, да, у нас будет в урлах подставляться компонент JoomlaCassa. Мы можем заменить и пример, ну, название нашего магазина, например. Из, например, домена, да, когда позже мы придумаем домен, можем здесь записать и удалить ID, item ID. И вот здесь пример, как выглядят ссылки. Здесь обязательно прочтите, здесь в принципе понятно все. И после включения плагина, да, как будет выглядеть наш сайт, демо-шоп, как раз вот здесь вот мы заменяем на свое, то есть красивые урлы. Если вы еще не поняли, то есть вот смотрите, мы сейчас находимся на сайте, смотрим в адресную строку, вот это и есть урлы, да, то есть мы меняем здесь с вами. Эти параметры, давайте перейдем в расширение менеджер плагинов. Вы сейчас можете просто посмотреть, как это делается, а уже включить его, когда сайт будет на хостинге. Давайте отсортируем по ID. Вот он, система JKSAV. Сразу его включаем. И текст замены. Ну, вот смотрите, у меня называется магазин, например, онлайн-шоп. Я прям из адресной строки беру название. То есть это название, то есть это адрес сайта. Часть адреса сайта моего магазина, да, то есть так магазин мой называется. Естественно, здесь русские символы не допускаются ни в коем случае. В общем, здесь вот так вот пишите. Или можно написать русскими буквами по-английски. Удалить IDSAV, да. В принципе, вот и все, весь плагин. Сохранить и закрыть. Урок получился очень короткий, и я решил в данный урок вложить еще один маленький плагин системный для удобства, если он вам пригодится. Смотрите, если мы перейдем в панель управления, добавить ли быструю плитку быстрого доступа к нашему интернет-магазину, к нашему компоненту, вот сюда, да, то есть чтобы не переходить к компоненту JoomlaCassa. Давайте такую вещь установим, возможно, вам будет так удобно. Переходим также в дополнительные материалы. Плагин находится чуть выше. Quick Icon JoomlaCassa. Вот перетягиваем сюда и установить. Плагин успешно установился. Переходим в менеджер плагинов. Панель иконок JoomlaCassa. Переходим сюда. И мы сразу его включаем. Сохранить и закрыть. Перейдем в панель управления. И данная иконочка в админке, да, на главной странице панели управления у нас появляется вот здесь. Видите, JoomlaCassa. То есть, чтобы не делать два клика, мы просто сюда можем сделать иконку и в один клик попадать сразу в панель нашего компонента JoomlaCassa. Вот и все, в принципе, в этом уроке. А мы увидимся с вами в следующем.